Две девушки предстанут перед судом. Их обвиняют в нападении на полицейских. Следственный отдел по Ленинскому району завершил расследование. Уголовное дело направлено в суд. Около 3 часов утра 10 сентября прошлого года в Чебоксарах обвиняемых вместе с мужем одной из них доставили в полицию за мелкое хулиганство. Девушки 22 и 23 лет были пьяными. Недовольные действиями правоохранителей, она нанесла удары полицейским по ногам и по лицу. По части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Следует отметить, что муж, 23-летний обвиняемый, также вел себя агрессивно и нанес побои 3 сотрудникам полиции. В настоящее время он уже признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.